Сохранять чистоту объекта всемирного наследия ЮНЕСКО помогают добровольцы Якутии. Альпинисты совместно с другими волонтерами очистили ленские столбы от надписей в конце прошлого лета. Разницу заметила и наша съемочная группа. Лицо ленских столбов изменилось после очистки волонтерами скал. И сегодня многие туристы признались, что изменились и впечатления от знакомства с первозданностью природного парка Якутии. Так отрадно видеть, что скалы эти почистили. Ребята молодцы. Можно наслаждаться природой уже в первозданном виде. Щетки, различные чистящие средства, молотки и даже болгарки – все это было пущено в ход для очистки главного природного достояния Якутии. После летнего турсезона ленские столбы традиционно покрываются слоем надписей, увы, далеких от исторической значимости. К сожалению, мы отмечаем, есть некоторые туристы, которые после себя оставляют надписи. И благодаря инициативе вот наших волонтеров, наших коллег, партнеров, часть надписей была убрана. И скалы сейчас находятся в приглядном виде. В конце прошлого летнего турсезона члены из Федерации альпинизма и скалолазания Якутии очистили ленские столбы от вандальных надписей. В рамках экологической акции «Чистые скалы» они работали вместе с добровольцами. Более 200 квадратных метров скал вдоль основной туристической тропы до смотровой площадки было очищено. Приезжайте и наслаждайтесь красотой родной природы и сохраните ее для потомков. Мы очень рады, что волонтеры почистили ленские столбы! Галина Кутугутова, Андрей Дьяконов, Хангаласский район.